Погибшую семью нашли в частном доме после тушения пожара. Все случилось сегодня утром в поселке Красносельское Выборгского района Ленинградской области. То, что супруги-пенсионеры и их 46-летний сын скончались вовсе не от дыма или огня, поняли сразу. У каждого погибшего была прострелена голова. Соседи рассказали полицейским, что сначала услышали выстрелы, после чего заметили пламя. Дом успели быстро потушить, а вот гараж, баня и хозяйственные постройки сгорели дотла. Рядом с телами нашли обрез старого ружья, в комнате две винтовки. По предварительным данным, оружие могло быть найдено во время раскопок в лесах, а сын пенсионеров, по главной версии, застрелил родителей, устроил поджог, а затем свел счеты с жизнью. Как стало известно нашей программе, не так давно суд признал этот дом самовольной постройкой, а следовательно, подлежащий сносу. Погибшие возвели его на месте барака, в котором раньше жили, и откуда не захотели переселяться, когда строение снесли. В соцсетях сообщают, что якобы со дня на день семья ждала визита судебных приставов. А еще жители поселка уверяют, что сын погибших имел проблемы с психикой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийства. По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.